В Крыму начали подключать котельные, которые не работали эту неделю после того, как полуостров был обесточен в результате подрыва на территории Украины двух опор высоковольтной линии. Вернуть отопление во все крымские дома рассчитывают до 7 декабря. Объявлено сегодня вечером в Симферополе. Сегодня же стало известно, что первую очередь энергомоста из Краснодарского края могут открыть раньше срока, не 20 декабря, а уже через неделю. Пока в регион продолжают доставлять генераторы и топливо к ним, за сутки производство электроэнергии выросло до половины объема, необходимого Крыму. Погода позволяет солнечным электростанциям работать на полную мощность. В жилом секторе свет дают по графику, отключение дважды в сутки на 3 часа. На важные, в том числе социальные объекты, энергия подается без сбоев. Снабжение больниц на особом контроле. Медучреждение сегодня лично проинспектировала глава Минздрава. В целом ситуация стабильная. Значит, изменения, которые произошли за последние 2 дня, это существенно больше медицинских объектов подключено к постоянному уже электричеству, к внешнему источнику. Если 2 дня назад это было около 10 медицинских организаций, стационаров, из 84 имеющихся, то сейчас принято решение о том, чтобы все центральные районные больницы, все городские больницы, ну, естественно, республиканского уровня больницы, они были все подключены к постоянному источнику электричества. В свою очередь МЧС развернула мобильные комплексы для оперативного оповещения жителей полуострова о графиках веерных отключений, правилах пожарной безопасности в период, когда людям приходится использовать открытый огонь, свечи, керосиновые лампы и газовые приборы. 3 специальных автомобиля, оборудованных экранами и громкоговорителями, будут переезжать по Крыму из города в город.